Сорт сайта chinopost.ru. И сегодня у нас такая вот интересная насадка на душ, либо на кран. Не требует никаких ни батареек, ничего. И показывает температуру в реальном времени. Работает за счет, там какой-то моторчик, крутилка стоит, за счет воды вырабатывается типа электроэнергия там минимум. И достаточно для того, чтобы показывать текущую температуру. Сейчас сразу на картинке покажу, как оно цепляется. Ну, я еще вживую покажу, как оно цепляется. И сейчас перейду к обзору. В общем, у кого вот обычный душ с краником, вот можно снизу зацепить. Дальше вот так еще вариант цепляния этой штуки есть. Третий вариант вот так даже. И все, вот, в принципе, все картинки, что есть. Как видите, обошлось мне 13 баксов с мелочью. Доставочка там бесплатная по всему миру. Заказывал в интернет-магазине GR Best. Ссылку я оставлю под видео. И, собственно, перейдем к обзору. Пришло вот в такой вот коробочке. Так, что у нас внутри? Внутри идет сам кран. Ну, не кран, а это, короче, насадка. Она вот так крутится, получается. Ну, если вы там какой-то стороной поставили, то вот можно подкрутить, чтобы, ну, дисплей был, удобно вам смотреть было. Внутри также идет такая резиночка с фильтром. Ну, в принципе, так. Вот это вход для воды. Получается, вот так оно, вода должна в эту штуку поступать. Сюда и дальше выходить, сюда, со самолейку этого душа можно прикрутить. Либо можно, если у кого другая там резьба, или еще тут резьба одна, вторая идет с двух сторон. Если у кого, допустим, как оно там, мама-папа, да, называется. Если оно у кого наоборот, то можно воспользоваться. Я прикупил отдельно. Ну, это в любом хозяйственном магазине, там по сантехнике. Вот можно взять ниппель, либо муфта. Вот такая на одну вторую идет. Они железные, не знаю, может, кто видел, если есть пластмассовые, можно как бы и пластмассовую взять, тогда оно будет полегче. Вот. И еще взял на всякий случай, тут, правда, их штук 12, из-за того, что сама муфта сильно широкая, то я еще взял кучу всяких таких типа резиночек, не знаю, будет ли их там видно. И как бы через пару минут вам покажу, как оно все вживую работает. Прикручивать не нужно никаких гаечных ключей, можно все вручную прикрутить. Но я тут, правда, чуть-чуть эту хрень покоцал, как бы пытался все-таки ключом закрутить. У меня там не сильно такое доступное место было, чтобы его прикрутить. Вот, что еще хотел сказать по параметрам. Вот такая идет типа инструкция, вот как оно типа выглядит. Вот это типа резинка, это кольцо есть, сама эта хрень. Как она называется, шовер, термометр, дата изготовления, весит всего лишь 75 грамм, вот эта хрень довольно легенькая. Так, габариты, ОС-1, Х-86, Х-30 мм, материал ABS пластик, вот, размер 1/2 типа дюйма, температура показывает от 0 до 100 градусов, либо 32 по Фаренгейту до 212, там как-то, ну, наверное, мигает, переключается. Так, погрешность 0,5 градуса. Ну, вот такая вот штукенция. Сейчас вам покажу, как оно работает вживую. Штукенция, сейчас покажу, как подключить. Изначально, конечно, я пробовал подключить ее тут снизу, но снизу там резьба идет не так, чтобы вкручиваться, а вот этой стороной она только может залезть. А чтобы залезла через эту сторону, нужен такой переходник, это ниппель типа и муфта на 1/2. А вот такая уже конструкция, за счет того, что она идет наискось, у меня, короче, не поместилась. Но для теста вот можно сюда сейчас одеть, и все должно будет заработать. Итак, показываю. Вот так откручиваем. Дальше. Видите, нам надо на эту сторону, потому что вход воды здесь. Видите, вот так я не смогу прикрутить. Ну и такой же прикол у меня с той стороны. Поэтому я купил переходничок. Вот вставляем сначала первый. Вот сюда. Блин. Сюда, короче, вот вкручиваем первый, там резинка уже тут есть у меня,
стандартно идет. Дальше нужно вкрутить. А, вот эту, по-моему, и не надо вкручивать. Сейчас. Вот дальше вот так сюда. Все тут вроде плотно. И теперь, видите, эта сторона тут нихера не подходит. Поэтому все-таки эта штука понадобится. Вот вкручиваем вот эту муфту. И там уже резинки стоят. Надеюсь, все четко зайдет. И теперь сюда вкручиваем саму лейку. Видно, дохера резиночек. Ну, тут у меня просто резинок до хера, поэтому я плотно не буду закручивать. Вот эта штука крутится в любую сторону для удобства. Там можно еще подкрутить. Короче, сейчас пробуем затестить. Включаю сразу горячую воду. Итак, вот я включил сразу горячую воду. Видите, показывает 43 градуса. Вот это на максимум. Это обычная вода, это не бойлер. 44,5 это, короче, обычная вода из центрального, короче, городского этого самого. Так, в общем, включаю на максимум, видите, 44,5. Сейчас я поворачиваю кран, повернул более поплотно, в среднюю поставил по температуре воду, видите, 37 градусов показывает. Вот эту штуку можно вертеть в любую сторону. Вот так. И сейчас поставлю самую холодную, чтобы быть. Ну, около 21 градуса, это летом холодная вода, я думаю, зимой, наверное, пониже была бы температура. Плюс там, если спустить, то может еще холоднее будет. В общем, такая вот штукенция, можно, в принципе, повесить вот так на душ. Вот тут вот так температура, если включаете душ, то, короче, оно будет показывать, какая температура. Ну, конечно, удобнее, если она будет в эту штуку заходить вниз. Сейчас я попробую показать. У меня тут просто идет, видите, наискось такая хрень. Ну, лучше всего, когда вот четко снизу выпирает, тогда без проблем все вкрутится. А если вот так идет наискось, то вот тогда будут нюансы. Ну, вот так, в общем, такая вот штукенция. Так что ссылочку там, где я покупал, я оставлю под видео. Если кому понравилось, ставьте лайк. Также актуальную цену тоже, в принципе, по той же ссылке под видео сможете посмотреть. Также там будет ссылка на похожие эти штуки, датчики для душа. Там есть разные эти насадки, они все работают без батареек. Вот, ничего не нужно, все показывают за счет воды. Ну, за счет протока воды, там какой-то есть какая-то динамо-машина, либо, как она там называется, в общем, такая вот хрень. Все, всем спасибо за просмотр.